В один из ведущих вузов, Кубанский госуниверситет, к молодым историкам, журналистам, экономистам приехал губернатор. Александр Ткачев поделился с аудиторией своим мнением о возвращении Крыма. Что лично для вас означает воссоединение России и Крыма? Спасибо. Я, честно говоря, до конца, как и все вы, не представлял, что это может произойти. Хотя желание было огромное. И поэтому, конечно, в эти дни, в эти часы мы все были мыслями вместе с крымчанами. Мы вместе плакали, вместе радовались. И, конечно, знаете, чувство, прежде всего, гордости за страну. Я думаю, что гордость за то, что мы это сделали. И вы знаете, и Олимпиада, и Крым во многом повлияли на нас. И мы стали с вами другими. Мы стали понимать и место России в истории. И нам захотелось, как никогда, чтобы мы нашу страну сделали крепкой, богатой, мощной, независимой, чтобы с нами считались. Вот мне кажется, Крым вот это дал. Он поменял и нас. Я думаю, что это главное открытие для всех. Общение со студентами продолжалось больше часа. Вопросы задавали не только про возвращение Крыма. Студенты спросили, как отразились санкции на самом губернаторе и в целом на регионе.